Компания Vivatex – это крупное многопрофильное производство, основанное на использовании экологически чистой горной шерсти мериносовых овец Кыргызстана. Ассортимент нашей продукции включает в себя чистошерстяную, полушерстяную пряжу, трикотажные изделия и постельные принадлежности с наполнением из шерсти и хлопка. На протяжении 20 лет компания поставляет продукцию на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья – в Россию, Казахстан, Узбекистан, Украину, Италию, Монголию и Америку. Преимущество наше составляет в осуществлении полного цикла производства от заготовки овечьей шерсти в фермерских хозяйствах Иссык-Кульской и Нарынской областей Кыргызстана до выработки трикотажной пряжи и трикотажных изделий на европейском оборудовании. Производство пряжи начинается со смесового цеха, где работники подготавливают мытую овечью шерсть к дальнейшему производству. Затем шерсть поступает в кардочесальный цех, где превращается в расчесанный сливер. После этого этот продукт проходит в красивый цех, где окрашиваются в необходимые по заданию цвета, и после этого поступает следующий гребнечесальный цех, где происходит второе чесание топса, и уже полуфабрикат проходит в рубничный цех. Производство рубницы является подготовительным этапом перед прядиным цехом. Поступая в прядиное производство, мы получаем полуфабрикат, который в крутильно-мотальном цехе превращается уже в готовую пряжу. На прядином производстве занято более 400 человек. В трикотажном производстве занято более 200 человек. И также с нами вместе работают заготовители шерсти, специалисты по шерсти. Поэтому работа дается, в принципе, где-то порядка 700 человекам. Мы работаем на огромном предприятии ОСО «Vivatex», и мы специализируемся на российские рынки в основном. Работаем через интернет-магазины, через Останкино продаем свою продукцию. Называется проект «Шоп-24». И наша продукция сейчас очень широко пользуется спросом, и, в принципе, знает ее весь российский рынок. В социальном плане для работников нашего предприятия существуют бесплатные транспортные средства, автобусы и бусы, развозят их после смены и утром, привозят на смену. Существует столовая с льготными ценами. Также наше предприятие оказывает и помощь социально уязвимым слоям населения, оказывает помощь детским домам, обществу слепых и глухих. Самое главное, конечно, самая большая ценность – это наши люди. Это уникальные специалисты от самого низшего до высшего звена, на плечах которых держится все это производство. Спасибо им огромное. Это их заслуга, в первую очередь. Звание «Лучший экспортер» – это их заслуга.